За 7 месяцев в МВД России по Одинцовскому городскому округу зарегистрировано более 1800 фактов мошенничества. Сотрудники полиции напоминают, мошенники могут действовать различными способами. Представляются сотрудниками полиции, Следственного комитета, прокуратуры с сообщением о том, что близкий человек попал в беду и требует перевести денежные средства, угрожая необратимыми последствиями для жизни и здоровья. Звонят якобы из банка о подозрительных операциях или блокировке карты, и не только. Обо всех подозрительных случаях сообщайте в дежурную часть управления.